Матч дерби Иртыша и Экибастуз встретились на льду. Игра 12-летних воспитанников павлодарского клуба и команды ПСО украсила завершение второго тура чемпионата Казахстана. Иртыш против ПСО – дерби павлодарского региона теперь и на льду. Всем было понятно, что после матча дружественные друг другу клубы пожмут руки. Но во время игры – настоящая война. Хозяева сбивали красивые шайбы, но и гости не отставали. Обмен результативными атаками продолжился. Маленькая звездочка Экибастуза Кристина Войцицкая красиво финтит, но тут же попадает на силовой прием. В хоккей играют настоящие мужчины и очень смелые девочки. В какой-то момент гости просто устали, и счет стал верно расти в пользу Иртыша. А еще ребята из Экибастуза допустили несколько промахов с убойных позиций. Но в таком возрасте это простительно. Даже несмотря на счет 2-7 в пользу Иртыша, гости шли в атаку и силовую борьбу. Павлодарцы завершают второй тур лидерами с 29 очками. У Горняка 23 в активе, 15 у второго состава Астаны. ПСО набрал 14 баллов, 9 у гостей из Алматы. Пока 0 в таблице у представителей Бишкека, коллектива «Алга».